уже больше похоже. Ты что, думаешь, они пара? Не может быть. Это тот самый храм. Ход спрятан где-то здесь. Где-то я его видел. Это как-то связано с мечами. Прыгай, водичка, что надо. Ты хочешь взглянуть на мою мокрую футболку?
Ха, похоже, он не совсем заброшенный. Да, там так просто не пройдешь. Секунду, хочу рассмотреть поближе. Конечно. Я подожду. Так, еще немного. Отлично. Спасибо.
Эй, шевелись. Ну и как? Ну а мне откуда знать? Книга-то у тебя. Я устала даже на это смотреть. Да ладно, ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. Да.
Нормально. Постой. Что это? Хлоя, это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим, что он открывает. Страшно как-то. Скажи, а? Ну вот, что изменилось? Вода уходит. Я нашла нужную дверь. Получилось. Можешь сказать мне спасибо. Уже иду. Что скажешь? Ты в игре? Да, мы вперед. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Знаешь, романтичное здесь местечко. Ладно. А где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты так хорошо меня знаешь. Ты ведь не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей, правда? Пожалуй. Придется спрыгнуть. Тут невысоко. Пожалуй, я недооценил высоту. И что на это скажешь? Дерево какое-то. И при чем же тут камень Чентамани? И верно. Внизу открывается. Ладно. Пора уносить ноги. Вся жизнь пролетела перед глазами. Ладно, давай за мной. Я есть хочу. Так, вроде мы на месте. Эй, выглядит очень знакомо. Да, похоже на кинжал Пурба. Ага. Похоже, включается светом. Зеркала тут неспроста. Надо правильно отразить эти лучи.
Похоже, это бестолку. Есть, осталось два. Думаешь, придется влезть на эту штуку? Похоже, мне придется туда залезть. Залезу повыше. Может, оттуда лучше видно. Ты там поосторожней. Внизу это казалось хорошей идеей. Здесь тоже отражатели. Хлоя! Да. Поправь другой отражатель. Сейчас. Молодец. И что теперь? Погоди.
Ладно. Еще один клинок. И как теперь открыть этот глаз? Осталось поправить другой отражатель. Уже иду. Порядок. Готово. Я спускаюсь. Ты хочешь сказать, секрет Шамбалы в глотке у этого парня? Наверное. Я знаю, где это. Вот здесь. Видишь форму этой горы? Вот она. А значит, подставь спину. А значит, вход в Шамбалу должен быть где-то здесь. Мы на
нашли его. Нашли. Да. Мы нашли. Сюда. Черт. Момент испорчен. Отсюда есть только один выход. Готов? Готов. Попался. Ну, давай. Это наш шанс. Надо уходить отсюда. Нельзя мешкать. Нет.
Пригодится. Попался! Они там, внизу! Эй! Чудно! Отлично. Вот это по-взрослому. Нейт, убирайся оттуда! Кажется, путь свободен. Пошли. О, черт. Где они? Вот я так и знала. Надо скорее уходить. Он ранен. Ничего, покажи. Что-нибудь придумаем. Ясно?
Можешь встать? Наверное. Давай, я помогу. Нет. Нет-нет, брось ее. Она разбита. Давай. Нейт. Порядок. Даша? Так, открывай дверь. Он не жилец, его надо оставить. Что? Нет! Открой дверь, Хлоя! Же всех убьют! Ладно, черт. Приятель, пошли. Вперед! Давай, Нейт, я прикрою! Елена, запри дверь! Дверь! Давай! Нейт, мы не можем! Иди уже! Ого! Не дрей. Вот ты. Эй, сюда! Да, приятель, хороший ты выбрал способ наладить со мной дружбу, а? Вот черт! Нормально, можем спрыгнуть. Он нет. Он не сможет. У нас нет выбора. Не могу. Нейт. Давай, Джефф. Все, ты пытался, не вышло. Дальше тащить нет смысла. Мы не можем бросить его умирать. Он уже все равно не жилец. Не уйдем, погибнем вместе с ним.
Так иди. Да. Тебя никто не держит. Хлоя. Они там! Я же пыталась спасти твою шкуру, идиот. Вот так. Хлоя? Вот сюда. Что это значит? Прости. Бросайте пушки. Я не шучу. Уведите ее. Она ранена. Отведите к поезду. Глазам не верю. Ты не умеешь вовремя остановиться. В этом мы с тобой похожи. Не скажи. Так это и есть ваш Дрейк? Ты нес его всю дорогу от храма? Жаль. Нет! Нет, 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 нет. Ну, расскажи, что ты нашел в храме. Именно то, что тебе нужно. Ясно? Я знаю, где камень. Но ты его не найдешь без меня. Так что отпусти ее, а я приведу тебя к камню. Ага, журналистка. Моя тень, идущая за мной по пятам. Удержите, если он не врет. Обыскать. Ну-ка. Ты гений, приятель. Вот. Похоже, теперь тебе нечего предложить мне, Дрейк. Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться. Ты за мной. Ты убей их. Не вопрос. Как ты можешь работать на этого зверя? Лучше быть его другом, чем врагом. Что, убьешь нас, а? Просто хладнокровно пристрелишь. Сам-то как думаешь? Вставай! Вставай, говорю! Бежим! Сядьте! Давай! Ах ты, ублюдок! Далеко не уйдет! Ты как? Да! Вперед, вперед! Они совсем близко, Дэй! Ты цела? Да, я в порядке. А ты? Жить буду. Ладно. Все, тихо. Думаю, оторвались. Не стоило тебя впутывать. Я сама. Я сама в это ввязалась. Ну, в смысле, ты же поняла меня. Мы знали, на что идем. Ладно, так. Что будем делать?
Я пойду за ней. Ха, кто б сомневался. Пойдешь. Флинн говорил про какой-то поезд. Значит, ее могли увезти в депо. Сюда. Пройду там, мимо водокачки. Нейт, она держала нас на мушке. Я знаю. Она бы и курок спустила. Просто ее опередили. Это сложно. Ну, конечно. Флинн знал, что она была со мной. Если Лазаревич поймет, что она предала, ты знаешь, что будет. Да, это я хорошо представляю. Тогда ты понимаешь, что выбора у меня нет. Бандитский кодекс чести, а? Вроде того. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Полагаюсь на авось. Ты ни капельки не изменился. Ладно, пойдем. Что? О, нет, нет, нет. Ты со мной не пойдешь. Нейт, заткнись. Ясно? Упустим твой поезд. Я за тобой.